19-го. Здесь уже поспела и отходит черешня. Кругом на деревьях растут какие-то плоды. И это очень-очень удивительно. Хотя кажется лето, но все равно оно почему-то отличается от того лета, которое я знаю в других местах России. И таким образом каждое место России удивительно по-своему. И я продолжаю двигаться по горячим плечу. А в горячем ключе есть такое растение, которое называется шелковица. Оно растет прямо посреди вот улицы. Вот такое дерево. И вот такие плоды. Вон их сколько много-много. Ягода темного цвета.